Приветствую вас, друзья, на канале. Меня зовут Андрюха. И у нас сегодня необычная игра, я бы так сказал. Ну, скорее всего, даже демо-версия. Это будущий продукт. Игра скоро выйдет под названием We Harvest Shadows. Что-то мы собираем тени. Это переводчик так говорит. Мы собираем тени. В общем, эмоциональная нарративная игра от первого лица с элементами, ребята, хоррора и симулятора фермы. Это что-то новенькое, наверное. Игрокам предстоит управлять Гарретом, это меня так зовут, который перебрался из большого города на заброшенную ферму, чтобы жить там в одиночестве до конца своих дней. До конца своих дней. Он уверен, что без него мир будет только лучше. В общем, что нас ждет? Каждый день новый список дел. Мы будем чинить свой дом, ухаживать за животными и улучшать ферму, а также исследовать окружающую территорию площадью в сотни гектаров. Но такие тихие и одинокие ночи таят в себе нечто страшное. Короче, давай пробовать. Новая игра. Али. Поехали давай. Хоррор, фермер, симулятор, тут все в куче. Эта глава — это демоническое лицо в зеркале заднего вида. Вот тогда все и началось. Андрей представляет. Первое утро после того, как все пошло под откос, у меня никого не осталось. Я сел в старый мамин автомобиль и, как обычно, поехал в Нью-Йорк. Но случилось нечто необъяснимое. Я увидел свой съезд, включил поворотник и проехал мимо. Просто проехал мимо. Звучит безумно, но я физически не смог повернуть руль и продолжал ехать еще 4 часа. Мне некуда было спешить. Я просто ехал. Изнуренный и с пустой головой. Просто крутил педали по дороге. Тогда я увидел знак, казалось, это единственная хорошая вещь, произошедшая со мной за годы. Ферма. Срочная продажа. Хотелось только пройти по тропинке, запереть ворота и оставить все позади. Мне пришлось бы отдать все, что у меня есть, но я жаждал одиночества. Короче, ехал он туда и купил себе ферму. Случайно. Я запер ворота и выбросил ключ как можно дальше. Все? Мы в игре? Все, типа, ну я сюда выбросил, если что. Вот тут он где-то. Затем я радостно рассмеялся, когда я смеялся последний раз. Мне не верилось, что я на это пошел. We Harvest Shadow. Демо-версия, да, демо-версия, ребятка, вот. Он пишет у нас. Частная собственность, проход запрещен. Короче, день номер один. Первая глава. Незримый скиталец. Ладно, Гаррет, настал тот самый день, сегодня ты выйдешь из дома. Не спешите аплодировать, дорогие зрители. Но куда я подевал свой список дел? Найти бы его бы среди хлама. F. Фонарик. Окей. Читаем. Что нужно помнить? Проверяется список дел каждый день, не забывая использовать инструменты. Кое-что должно лежать дома, и я могу еще купить из каталога по почте. Ложись спать вовремя. От этого леса у меня мурашки по коже. Бросай вещи в трейлер, чтобы продать их. Бревна стоят несколько центов, но гораздо более ценным являются помидоры и куриные яйца. Моей конечной целью должна быть покупка винтовки, но сначала я несколько дней поработаю над выполнением своего списка дел и подкоплю немного денег. Теперь это остаток моей жизни. Навсегда один, что лучше всего. Однако, я все-таки отправил одно письмо после покупки этого места. Он единственный, у кого есть мой адрес. Интересно, когда он приедет. Кому-то он отправил письмо, ну, отлично, very good. Короче, ага, ага, вот моя хата. Ого, ого, это подобрать. Список дел. Список дел критически важен, чтобы посмотреть свои задачи. Ага, ага.
Итак, пора получить хорошую порцию дофамина, то есть убраться в комнате и вычеркнуть это дело из списка. Список дел. А я, наверное, там, да? Я, наверное, там сижу на этом списке дел. Или видно. Собрать мусор в спальне и выбросить его в прицеп. Купить лейку, полить 6 кустов помидор. Хорошо. Собрать мусор. Раз, два, три, четыре, пять. Тут есть мусор. Тут у нас вещи. Хорошо. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай-ай-ай. Все быстренько собрал. Ну, типа все. Типа молодец. А как-то ящик уже тяжеловатый идет. Он как-то так... Боже мой, да тут капец убирать. Или это потом? Это, скорее всего, потом. И задача была в спальне. Ну, как вам вид? Фермер. О, вот и помидоры, вижу. Вот и прицеп. Отлично. Все, бросил. Мне заплатили 19 центов. Так, помидоры. Так, погодите, нам надо купить лейку. Изучить магазин. Инструменты, медицина, фермерство, дом. Фермерство. Лейка. А, инструменты. Лейка, $1. А где мне взять $1? Это мне пригодится. О, топорчик. Супер. Так. По поводу... По поводу, конечно, $1, это какое-то кидалово, ребята. Но, смотрите, я беру бревно, я беру второе бревно. И они говорили, ты можешь все это дело продать громко, да? Громкая игра, тебя не слышно. Ха, серьезно? Как это ты мне видео это мог сказать, что меня не слышно? Сейчас сделаем тише. А может и не надо. Ладно, пусть пока будет, там посмотрим. Короче, я ж продал. У меня $1.19. Прекрасно. Покупаем лейку, господа. Купить. Уровень первый, второй. Ну, пока, наверное, только первый уровень. Так, у меня есть лейка. И нам надо полить помидоры. О! Вот так вот. Вот так вот. Слушай, ну, типа молодец. Полил. Да я все полил, слушай. И что теперь? Собрать мусор в спальне. 95%, ребята. А мусор-то я не весь собрал. А мусор-то мы не весь собрали. Включай фонарик. Это уже хоррор? Это уже начинается хоррор? Ладно. Взял мусор, да? Ну да, пошли сдавать его. Что ж, было не так уж страшно. Может получиться полить помидоры, и на этом все закончится. Так, помидоры уже полил, алло. Короче. Говорит, пошли, Андрюха, отдохнем. Работяга ты. Не бережешь ты себя, Андрейка. Давай поспать. Все. День второй. Сохранение называется. Ночь, я включаю фонарик. Так, что мне делать? Задание, смотри. Собрать 10 помидоров, купить справочник строительства, построить курятник. Тю, легко. Собрать 10 помидоров. Ой, маленькая. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А ну погоди. И сколько за 10 помидоров? $3. Слушай, а мне тут еще есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итого было 18 помидор из кустов. 6 кустов, да? Или 5? 6, отлично. Короче, 6 кустов, это 5.40, отлично. А что у нас там по заданию еще? Купить справочник строительства, построить курятник. Купить справочник строительства.
Медицина, фермерство, дом. Фермерство. Вот, справочник строительства, 5 баксов у меня есть. Покупаем. Так. Ладно, ты справишься. Просто выполняй инструкции, дружище. Нажмите B, чтобы открыть справочник строительства. Конструкции. Напольный факел, ограждение, ворота. Самодельный факел для дополнительного освещения. Ну, типа... Типа кидалово какое-то. Ну, я не знаю, да, а что же мне этот? Построить курятник. И где этот ваш курятник? А нет его тут, кидал. А ну, погоди, а ну иди сюда. Вот, вот это надо купить. Ребятки, ребятушечки, купил. Все, отлично, да? Дальше. Построить курятник. Б. Б. Вот. Конструкции. Курятник, $10. Не хватает. Молодец. Не хватает. Прием. У меня только 4 бакса. Блин. Короче. Фермер ты от души. Давай хоть посмотрим, что тут у нас. Что это такое? Клэр? Клэр? You remind me of someone, girl. Ты мне кого-то напоминаешь. Это какие-то воспоминания. Но это же хоррор. Город. Нью-Йорк. Наверное. Не отставай, говорит. Не могу насмотреться на этот вид. А вообще, зачем жить в центре города? Чтобы навещать меня, разумеется. И правда, хороший аргумент. Возможно, лучший аргумент. О, олениха. Как она сюда попала? Подожди, не подходи близко. Мы должны ей помочь. И как же мы ей поможем? Короче, это были воспоминания. It's okay. Это воспоминания, ребятка. В общем, есть у меня одна затея. Мне нужно 10 баксов. Ну, как бы человек работает и вспоминает. Короче, работаем дальше. Работяги. Короче, как вариант, пока продаю вот эти бревна. Раз. А больше нету. А вот еще два. Короче, нарубило там леса, уже пора спать. Утром просыпаемся и делаем наш курятник. День третий. Снова сохранение. Ну, конечно. Короче, третий день. Ты проснулся, включаем фонарик. Все пока тихо. Никто ничего не рассказывает. Кстати. Лейка. Refillage. Это мы, нам надо набрать воды. Не забываю, что у нас есть помидоры, которые нам дают какую-то, не какую-то прибыль. Ну, разумеется, что-то мне стремновато. Да ничего, блин, ночь. Я не знаю. Это хоррор. Это не фермер. Но я вижу помидоры, ребята. Собираем помидоры. Давай уже соберем помидорчики. Слушай, а может мне надо купить еще помидору да посадить? Не, ну там задание у нас курятник. О. Давай. Атя. 5 баксов. Так. Смотрим наше задание. Построить курятник. Проще простого. Его надо было купить. У меня 16 баксов. А, я его купил уже, да? Хорошо. Курятник. Где его построить? Курятник. Никто не скажет.
Где курятник построить? А? Вот тут давай построим курятник. Б. Животное? Нет. Конструкции? Курятник. 10 баксов. Пойдет? О, слушай, ну прикольно. Вот и курятник. А чё снова кровать-то? Рано спать. Я только... Ну, фонарик, в принципе, рабочий. Так. Построить курятник. Хорошо. Ну, смотри, там еще история была животное. Курица. 5 баксов. Раз. О, еще могу. Два. О. Три. Три курицы купил. Скорее всего, нету денег. Да. 1 бакс остался, ребята. И что делать? Какая-то копеечка. Оно не засчитало? Засчитало. Хорошо. В общем, пошли, короче, отдыхать. Потому как по списку дел у меня типа все тип-топ. Боже мой. Как же тут красиво. Какой же красивый у меня дом. Это что такое? Это типа список дел? Ладно, давай отдыхаем. Только с топором отдыхать. Так. Я думаю, что стоит быстренько выглянуть наружу. А ну-ка давай, подписчик. А, ты еще не подписчик? А почему ты, кстати, не подписался? Мог бы и подписаться, поддержать. А ну иди чекни, подписчичек будущий. Видишь что-то? Что? Что это такое? На что похоже? На что похоже? Вот оно. Это был орел. Короче, возьми себя в руки. Предупреждение. Одинокие ночи могут привести к твоей гибели. Ночное время в лесу может быть особенно опасным. Ты можешь избежать ночи, выполняя все дела из своего списка дел и рано ложиться спать. Без вопросов. Я даже не против. Пошли поспим. Ты же взрослый человек, Гаррет. Здесь больше никого нет. Сходи и посмотри сам, если так боишься, трусишка. О! Это мой дом. Открываются двери. Ну, тут явно что-то происходит. Это факт. Это факт. Короче. Все, все, все. Ложусь спать. Ну да. День четвертый, господа. Поехали. День четвертый. Я больше не чувствую себя так уже одиноко, и мне это не нравится. Не нравится? Музычка такая у нас играет. Хорошо. Ну я вот проснулся утром. Что делать дальше? Нет, я вообще выходил на этот выход. А на какой я выход выходил? А вот на этот вот. Ну, такое себе, конечно. Ну, такая себе ферма, ваша симулятор. Хора, а когда будут привидения? О, помидорчики поспели. Кстати. Ну, давай соберем помидоры. У нас сейчас этот. Вообще есть вариант, может посадить еще помидор. Я, кстати, там был, посмотрел. Там вариант. И не забываем про наших курочек. Сейчас посмотрим. 5.40, хорошо. Так, что тут по курочкам? Ох, яичек, ребята. Раз, два, три, четыре яичка. А с этой стороны? Ох, тут 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 яиц. Ребята, 3 курицы, это каждая по 5, да?
6 баксов, господа, итого у нас $19. Купить топор получше, изучите амбар изнутри. Купить топор получше. Инструменты. Топор 2 уровня, 15 баксов, купил. Изучить амбар изнутри. Теперь я готов выйти за забор, посмотрим, что там есть. Ну, забор вот так вот, да, скорее всего. Ты можешь ломать деревянные заборы новым топором. Все, есть, проверяй. Громковата музыка, да ну а что, кому сейчас легко? Видишь, там наверху у нас, ребята? Какая-то девушка. Смотрит на меня. Обнаружена новая локация. Но без фонарика я не пойду, конечно. Новая локация. Ух ты, потрясающе. Идеально подойдет для животных. Это что? Металл, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас есть. Слушай. Кстати, ладно, нам надо сейчас пойти немножко. Так, беру металл. Ого, похоже на чистый цинк. Я читал, что неподалеку находится старая фабрика. Хорошо, ну не будем пока этот. Несем старый цинк. Короче, бегу я спать. Садила помидоры только что ночью. На меня кто-то напал. Но я, я не трус, конечно, но я убежал. Не знаю, день 6, ребята, я живой. Садил ночью помидоры и купил по бырику 3 курицы. А, и собрал я, походу, мусор, срубил деревья, пополол чечевицы, что там еще. Короче, это волк, наверное, напал на меня. Но это не точно. Короче, я не знаю, сейчас этот. А, и мусор я же не убрал, кстати. Блин. Ну давай сейчас с вами уберем. Кстати, мусор я же не убрал. А я думал, посажу помидоры, понимаете? Там надо купить винтовку, ну, она стоит 100 баксов. Ща. Мусор тут немного осталось. Давай мусор донесем. Короче, посадил еще помидорчиков. Ща будет день, покажу, видите? Не знаю. Купил грабли, сейчас покажу, как оно вообще, вот это дело, работает. Фонарик выключить? Или включить? Как лучше? Выключить? Включить? Так, по поводу мусора еще, уважаемый, что там у нас? Взял. Ну, в общем, порядок, да? Это наша ванная комната. Да, ну, все, хорошо, пошли. То кусок металла, то не трогать. Я пока не знаю, зачем мне этот металл. Короче. Изи. Собрать, продать весь хлам на нижнем этаже. Это я все сделал. У меня 53 бакса. Как я садил этот? Я брал грабли, допустим. Вот. Хочу вот тут посадить помидор. Вот. Вот так беру. Есть. Потом зажимаю. Выбираю помидорчик. Вот. Семя помидора. Вот посаженный этот. Плюс достаю леечку. И полил, типа. Короче, помидоры пузреют. А, ну вот это можно собрать уже, да? 3 штучки. А, что 3? Погоди. 1, 2, 6, 9 помидор. А 9 помидор, ребята, это прибыльно. Так, хорошо. Плюс 2,70. Теперь у нас еще есть. О, НЗ-шечка. Не, яичко это изи. Я купил, у меня 6 куриц. И решил помидорчики. Таким образом я насобираю себе на ружье. Ой, ребятки, ой, ребяточки. Ай, тут у нас. А ну иди, иди сюда. Ай, смотри. Оп, оп. А, полная корзина. Так, сколько стоит полная корзина? $12, козырно. Ребята, $12, козырно. Ну, слушай, на $18 продал. Ладно, больше не будем беспокоить. Так, давай быстренький осмотр. Где-то я видел, тут кот есть у нас, прикинь. Откуда ты тут взялся, приятель? Кажется, я оставил для тебя миску с едой на крыльце. Миска с едой на крыльце. Вижу, есть. Наполнил. Прекрасно. Плюс я увидел тут, ребята, транспорт. Ого, а он не такой уж старый на вид, я без проблем его починю, если будут нужные запчасти. Квадроцикл, ребята, мы построим квадроцикл и будем гоцать. Вот это я понимаю. Короче,
Короче, что по заданиям? Задание $74, прекрасно, ребята. По заданиях у нас... Вон вышка вот эта. Пошли на эту вышку, сейчас еще сходим. Я так понимаю, на эту вышку нам надо подняться. Или не надо? С2. Все верно. Наверх. На самый верх? На самый верх. Come on, fat ass, you can do this. Давай, жердяй, говори. Да что тут? О, слушай, тут еще что-то есть. А, вот и документ. О, отлично, видишь? Супер. Короче, вот, как мы видим, уже карта изи. Хорошо, дверь открывается? Конечно. Слушай. Вот, вот наша ферма. Вон там наш дом, точнее. Видишь, а тут вообще неплохо так, ребятка. Видишь, что там какие-то завалы. Но, я так понимаю, этот забор — это закрытая территория. А где следующая вышка? Вот что-то еще есть. Патроны для винтовки. Винтовки пока только нет. Короче, пошли отдыхаем. Утром просыпаемся. Продадим яйца еще. Может, деревья порубим. Ну, я не знаю. Короче... Включимся, когда будет уже винтовка в руках. Я снова здесь. Смотрите, я взял этот лист металла. Думаю, а продам-ка я его. Вы будете в шоке, сколько он стоит. Это сумасшедшие деньги. 30 баксов. Сюда иди. Короче. И в общем бы все было бы прекрасно. Если я сейчас бы купил бы винтовку и... Давай, кстати, еще купим по медицине. Скорость бега купить. Она 15 баксов стоит? Вы серьезно? Ладно. Покупаем. Внимание, покупка этого предмета запустит последовательность событий, которая завершится окончанием демоверсии. Точно хочешь продолжить? Да. Оу, так у меня есть пушка. Алло. Перезарядить? Так она рабочая, слушай. Так, что по заданию? Пострелить 5 банок на груди подстрелить 5 банок на груди дров и к востоку от дома. Так, пострелить 5 банок на груди дров к востоку от дома. Ну вот, а с какой стороны вставать? Хорошо, берем наше ружье. Так, это убираем, берем нашу пушку. Вот эти. Ну ладно, давай тут встанем, это же не факт, что мы попадем, правильно? А вообще идет подсчет? Ах, вот ваши банки. Ах, вот он, какие тут баночки у нас. Ну ладно, сколько там, хватит 5? Все. Хорошо, слушай. А как это, волка можно забрать? Не, нельзя. Говорит, пострелите 5 баночек. Ага. Чуть не рипнулся, блин. Ну ладно, ха-ха, вот хоррор. Ну, в принципе, ружье рабочее. Стрелять, в принципе, можно. Все, держим. Так, хорошо, сейчас пойдем отдыхать. Плюс, давай сейчас мы вот наберем себе яичек. Ох, тут насыпало яичек, слушай. Да по большому счету, у меня 6 куриц, конечно, бабла, мама не горю, они дают. Так, ладно, тут занято. Блин, одно еще. Давай вот так. Хорошо. По поводу инструментов. Все купил. Медицина. Скорость переноски, выносливость. Угу. Скорость бега. Третий уровень. Не могу только первый уровень. Хорошо. Купил. А, это я уже второй уровень купил.
Максимальный груз. Давай купим. А, ты вот так вот видишь? Хорошо, максимальный груз. То есть, это я уже могу. Давай сейчас проверим на бревнах. Максимальный груз. Я мог только два бревна таскать. А ну давай. Раз. Да, два. Бежит три. Три. А, три могу только теперь взять. Ну, да, такое себе. Но, как вариант. Ну что, в принципе, надо сейчас этот отдохнуть. Скорее всего, вот это и будет финиш демо-версии. Постреляли по банкам и все такое. Ну, в принципе, игра неплохая. Как бы интересная, необычная. Вроде бы и ферма, и симулятор, и в тот же час и хоррор. Сейчас продадим вот эти бревна уже. С фонариком лучше. Что-то помидоры. А, растут мои помидоры. Слушай, смотри. О, нормально помидоров насыпало. Это я позже посадил, я вспомнил точно. Так, три бревна, ать, полтора бакса. Да, помидорчики реально растут. Все работает, а то я думал этот. Плохой из меня фермер. А ну, в принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Полный ящик. А, кстати, еще я не проверил ящик. Сейчас мы еще купим. Смотри. Не, ну помидорчики пойдет. Чего, да? Смотри. Помидорчики пойдут. Отлично. Ладно, сбросил. 9,60. Хорошо. Кстати, тут есть еще ящик с инструментов, да? А не фермерство. Вот. А, я его не могу купить. Мне надо еще будет что-то купить. Что такое синенькое? Ну, непонятно, что такое синенькое. Ладно. По поводу автомобиля, к сожалению, этого автомобиля. Квадроцикла тоже не можем. Тут мы еще видим какая-то щетка, газонокосилка, что-то такого, да. Или это мотоблок, скорее всего, землю пахать. Это доступно в полной версии игры, видите? Все доступно в полной версии игры. Как бы не дали даже транспорт покатать. Это еще что-то у нас. Тоже какой-то вот антифаз. Ну, вот какие-то вот лекарства. По поводу фермеров. Дальше что мы тут видим? Оросительная система из металла и резины. Оросительная, ага, поливать. Плюс еще будут коровы у нас. Это еще что такое? Зонирование благоустройства своими руками. Ага, хорошо. Тоже полная версия игры. Ну, в принципе, все увидели. Ну, конечно, выйдет игра. Надо будет ее посмотреть. Довольно-таки неплохая. Так, смогу ли я этот уснуть? Могу. В принципе, игра неплохая. День 11, но все это можно было сделать за дней 8, а там было сюда, просто этот, ну. Все хорошо, дружок, все отлично. Какие-то воспоминания? Ты говорил, они найдут сиди. А, воспоминания, ребята. Как я маленький, еду, да, на машине. Он, кажется, он просыпается. Все хорошо. Гаррет, отдыхай, нам предстоит долгий путь. Это я еду типа с родителями. Вот какие, видите? Довольно-таки есть сюжет. Но как бы этот. По поводу. Короче, все хорошо, не переживайте. А, это меня несут. Я такой маленький, что мама не горюй. В принципе, что сказать? We Harvest Shadow. Неплохая игруха. Будем ждать. Надо попробовать что-то новенькое, что-то интересненькое. Потому как. Давай, вставай. Потому как что? Ну а потому как все. Как бы можно прокачивать, будет быстрее бегать, будет таскать. По большому счету ничего у нас не открылось.
все куплено, то, что можно было купить. Ну, серп, вот это такое. Медицина, в принципе. Ну, скорость переноски. Это можно купить, в принципе. Выносливость, то же самое, увеличивайся выносливость, понимаешь? Как бы этот. Как бы апай своего персонажа. Ну, кто-то идет, слушай. А! Это воспоминания все наши. В принципе, что хочу сказать, игра неплохая. В принципе, на демо-версии можно уже заканчивать. Все понятно. Ну, графика вроде неплохая. Надо пробовать, да. Демо-версия это хорошо, но маловато будет. С вас, конечно же, ребята, лайк, подписка и все такое. Всем пока.